Ну все, хватит болты водить. Мне нужно вас на чебуреке раскатать. Порядок. Кредит, а не кредит. Зомбический. Привет. От доктора Лютого. Давай, дружище, по рукам. Я тебе 100 тысяч дам. Да. Маленький зеленый кролик. Это мой посланник был. Да, Лёва! Дай-ка я не кредит! Ку-ку! 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 А кое мне так вот здесь? Нормально? Тюряги! Да, пища! Здесь на убой! Здесь кормят отборной, ароматной, выдержанной селедкой. Она знает, как пахнет! А в супе, я выловил 5 жирных, вкусных, калорийных червяков. Пища здесь вообще отпад. Вот и прекрасненько. Хорошая пища, это очень важно. Да уж, надо будет Матильде позвонить, пусть хоть торт свой принесет фирменный. Да ладно, хватит вам про еду, все да про еду. Ты вот лучше расскажи нам, какие правила здесь? Как вести-то себя на новом месте? Ты тут, похоже, лютый сторожил уже не первый раз. Хорошо, я вам расскажу. Вы разговариваете неправильно, как полные редиски. Во-первых, здесь в тюрьме никто не разговаривает. Здесь либо базарят, либо боцают по фене. Базарить легко запомнить. Это как на базаре. Базар базарить. Боцать по пене. Тоже очень легко запомнить. Боцман Федя, боцмать. По пене, боцать по пене, боцман Федя. Боцман Федя, боцать по пене. Запомнили? Запомнили? Хорошо, опустим билетристику. Рассказывай, как вести-то здесь. Запомнили? Так, переходим к следующей части. Кровать – это шконка. Надзиратель – это начальник. Для начала этого достаточно. Ну а развлечения-то у вас хоть какие-то есть? Да, развлечения здесь есть. Мы ходим гулять во двор на целый час в день. И еще, это не все. Мы здесь гоняем коней. И базарим стенку. Это очень весело. Коней я тоже люблю. Но я не представляю, как они здесь поместятся. Места вроде как маловато для коней. Это совсем другие кони. Это почтовые кони. Я вам их покажу на досуге. Чаёха-курёха есть? Потому что чай в тюрьме – это эликсир.